вот третий участник отбора Кубка мобильных фиферов. Ему выбираем клуб. И с этим клубом он будет отбираться на клуб. Тоже немаловажно им получить хороший клуб. У нас они пока получили Боруссию Дортмунд и Барселону. И Аш получает Шахтер. Аш ФИФА. Блин, не повезло, конечно. Всем привет, ребята, с вами я, Аш. Как вы знаете, сегодня на канале Сборец вышел ролик жеребьевка КМФ Кубок мобильных фиферов. Ребята, я тоже там буду. Как вы уже слышали, мне выпал Шахтер, вообще не повезло, потому что сначала будет отбор и потом основа. Я тоже буду на отборе, еще буду там Стронг ФИФА, которому выпал Боруссия Дортмунд, Дейк ФИФА с Барселоной, Димар ФИФА с Ливерпулем, Ванс Фуд с Спорту и Аш ФИФА с Шахтером. Что это означает? Это означает то, что 100% у меня нету шансов, но все равно я постараюсь выиграть. И вот такой у меня пока что состав. 113-й ОВР, может быть, еще сделаем 115-й. Ну, не знаю, ребята, вряд ли я могу выиграть этих клубов, как Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Барселона, Порту. Не знаю, Порту могу ли или нет, но все же Шахтер один из слабых, но интересных клубов. Первый тур уже записан. Ливерпуль против Шахтера. Так что ждите в воскресенье 10 часов по МСК. Новый ролик. Первый тур будет очень интересно. С вами был, как всегда, Аш, которому выпал Шахтер, блин. Всем удачи. Пока.